Да почему разряжается? Вот, чтобы вы поняли. В чем проблема у тебя, DualShock? Совсем дебил, что ли? Вот, все. Вроде заряжается. Так. Сейчас. Я сегодня все сама. Так что система. Я еще и чат не вижу. Ай, да молодец, Мария Олеговна. Подождите, не пишите ничего. Так. Ты что не пишите? Чат в отдельном окне. Да, пожалуйста. Вот и все. Сейчас. Сейчас я все сделаю. У меня тут такая система. Мне столько всего надо сделать. Услышал слово пидор, трансляция рипнулась. Забанили, что ли? Нет. Все у меня окей. Вроде все работает. Работает же? Или не работает? Ну-ка расскажите. Мне сейчас надо... Я планировала начать в 15:30. Поэтому у меня 4 минуты, чтобы... Ну почему он фонит? Я боюсь трогать настройки хромакея. Вы вот видите, что происходит или нет? Так, короче, сейчас. Надо сделать скрин для трансляции. Все, сейчас что-нибудь сделаю из этого. Это будет, правда, жутковато. Кружка с чаем, потрясающе. Сейчас все сделаем. Боже, как этот хромакей ужасно фонит. А все из-за камеры плохой. Так, сейчас. Конечно, все скрины, которые я сделала, максимально ущербные. Еще все будет. Еще начнем. Подождите. Подождите. Что я делаю со своей жизнью? О боже. О боже. Так, где скрины-то? Ну-ка. Лучше я этого не видела. Сейчас, подождите. Один скрин лучше другого, я прям обожаю. Все сделано с умом. Нужно сделать красивый скрин, скорчить самую дебильную физиономию. О, божечки. Ладно, остановимся на этом. Будешь перепроходить на максимальной сложности? Кстати, Пикус, я не поздоровалась, привет. Про такой шашбош, все правильно делаешь. Я вот на нормале отхватила. В Шотландии еще. В начале, в самом. Как бы, ну, это я. Все нормально. Все нормально. Та-та-та. Сейчас. Сейчас все будет. Я уже делаю постик ВКонтакте. Черт возьми, а какой скрин мне был нужен? Интересно, это этот скрин? Сейчас проверим. Вов, Водва, привет. Вудва, наверное. Какой яд, блин, ну почему я такой скрин ущербный сделала? Ну, что с моим лицом? И это самый нормальный, господи, Иисусе! Ладно, как всегда, по старинке сейчас сделаю, как делал Bloodborne. Проблемы белых людей, вот как я это называю. Все, сейчас это сложная система. Сейчас, подождите. Задержка 30 секунд позволяет мне делать скрины. Класс. Лучший скрин. Просто потрясающий.
Я извиняюсь, это подготовка. Официальный стрим начнется через минуту, но я, как всегда, ничего не сделала. Ну, это я. Это я. Официально. Никто не в курсе, кроме меня и тех, кто уже пришел смотреть. Что стрим начнется через минуту. О, боже мой. Так, сейчас это делаю. Подождите, подождите. Почти готово. Я буду начинать. Так, ну иди сюда. Властелин скринов просто, повелитель. Ой, фоторедактор, иди сюда. Печаль и боль. Ну, что ж ты... Ладно, оставим все как есть. О, божечки. Класс. Класс. Перед тем, кто пришел, я сейчас начну. У меня подготовка тут, как бы. Я сегодня опять в костюме Дрейка. Чтобы вы поняли, я так хожу по улице уже третий день. После того, как достримлю, ну там, в магазин или еще куда-нибудь. Чувствую себя прям на 10 из 10. Кажется, я все сделала. Последние приготовления. Все нормально? Игру слышно, меня видно и меня слышно. Слышно, нормально ли? А, да, на всякий случай надо перезапустить алерты сейчас. Буп-буп-буп-буп-буп-буп. Так, ну, кажется, я готова. Ну все. Надеюсь, джойстик заряжается. Он, как всегда, в процессе игры вывалится у меня. Я не замечу, что он вывалился из зарядки. Из-за моего микрофона. Не видно моего богического... Ах, хер с тобой. Прикида. Вот он у меня даже с колечком. Вот так вот. Так, стоп. Мышку заключила. Класс! Спасибо! Да... Что ж такое-то? Скажите, вообще трансляция-то идет? Просто интересуюсь. Идет ли она вообще? Last broadcast. Are you fucking kidding me? Так, сейчас разберемся. Все через одно место, как всегда. А, я на 11 главе только. Жесть. Реклама XCOM. Уйди, уйди, уйди. О, идет! Все идет. Класс. Класс. Почему трансляция рипнулась? Правда, непонятно мне. Вроде даже хромакей не фонит. Кого я обманываю, вон фонит. Илья, привет. Сворк, привет. Перед тем, кто пришел. My body's ready. Я готова продолжить. Вчера я с трудом разгадала загадку. Первую более-менее сложно, почувствовал себя аутистом. Сегодня продолжаем. С этого же места. Вот у меня тут загрузка. Видите, как крутится монетка теперь вроде даже. Или до этого тоже было видно? А хвасталась, что у меня есть такая монетка? Один, так, один в один же? Да, кораблик, череп. Красота! Рубашка, привет. Все идет. Ну, все круто. Официально можно начинать. А, забыла. Ну, забыла дописать кое-какие штуки. Ладно. Разберемся сейчас. Или нет? Ладно. Я вчера посмотрела новую серию Penny Dreadful.
И мне сегодня снилось, что у меня стан обселился. Притом мне так классно было. Простите, если я сейчас чуть чувствую верующих обидела. Бегала такая, всех ненавидела. Вы бы знали, как я ненавидела будильник. Мне кажется, я с таким же лицом, как во сне проснулся. Я ходила там, как терминатор, просто и мочила всех. Ой, мне кажется, я... ну, все нормально, это я. Чейнсоу, привет. Так, мы на 11 главе вроде. За нами уже выехали. Тавин, привет. Чё, иди сюда, подожди. Салли, ты чё? Зачем нам выходить через парадную дверь? Нас же сейчас найдут. Наркоман. Да, они знают, где мы находимся, и едут по GPS. Почему бы нам не выйти через парадный вход? Звучит вполне логично. Да, тем более люди не видели, что мы сюда зашли. Давайте... А, люди не слышали, как там колокола падали внутри. Ой, толпа, excuse me. Ой, женщина мелочь считает. Как он классно идет через толпу. У меня сегодня появилась мысль попробовать рестримить на YouTube, но как бы она появилась у меня за 2 минуты до того, как стрим начался. Естественно, я не разобралась. Слышь, ты, что ты себе позволяешь? Я не пойму, это помидоры или моя кровь. Чё стреляешь? Он стреляет по моим ананасикам. Как бы странно это ни звучало. Так. Ананасики. Где? Ты чё творишь, Ирод? Йо. Спасибо, Салли. Спасибо. А если бы я прострелил его насквозь? Минутная стрелка с часов никого не задела при падении. Да вот не говори. О, К-47. Ой, блин, ты чё ты делаешь? Ой, спасибо. Команда. Ой, все плохо закончится. Хорошо, спасибо за подписку. Самая эпичная глава. А, это тут же я буду делать то, что я делала. Как бы объяснить-то. В общем, это было геймплей, который показывали официально. Ниндзя. Конечно, никто ничего не видел. Мультиплеер играть когда будешь? А, не знаю. Как пройду сюжет, наверное. Серьезно, он просто взял так и уехал в другую сторону. Ну, молодец, да. Иди сюда! Опс. Ух ты! Красиво! Боевка 2 кнопками, но все так красиво выглядит, мне так нравится. Кто у вас? Клан-лидер? А, не я, а что такое? Но я могу приглашать в клан, принимать в клан. Пропустил сейчас ачивку, если на площади после выхода стоит 30 секунд без движения, то дают ачивку за повторение ситуации с Е3. Кто ж знал? Я не знала. Та-да-да-да. О боже, что я делаю со своей жизнью? Интеллект. Ладно, я... Давай. Возвращаемся к машине. Пардон, Салли, а где коровки? Где коровки? Метко стреляешь. Ну тогда. Ачивки, да? Ладно, сделаю потом ачивки. Конечно, лучше бы было сделать ее сейчас, но... Он, типа, мне не даст никак проехать. А помните, как кидать гранату?
А, вот так. Окей, дубль два. Дубль два. Давайте так. Я уж не знаю. Метки стрелок. Бросаю гранаты. Like a pro. И она снова упала. Последняя граната, пожалуйста. Ну, давай вот так. Лучше всего. Лучше всего. Стреляю только я. А тут ништяки? Ладно, пойдусь. Ты че это тут забыл, мужик? На тебе, коленкой по яйку. Откуда их столько взялось-то, а? Офигеть, я еще жива. Вот это новости. Да не то слово. У тебя какая версия игры? Не знаю, последняя. Тут есть разные версии или... Или вопрос про... Ух, мама. Окей. Окей. Пожалуйста, Салли! Да ты чё... О, боже. Я дожала... Я же жала крестик, чё он свалился-то? Он разве не должен подниматься, когда я жму крестик? Ну что? Поехали. А куда ехать-то? Я не знаю. Это проблема, знаете ли. С учетом того, как я вожу в видеоиграх. И вообще... Что ж ты делать-то будешь? Как там ручной тормоз сжать? Стоп, стоп, стоп. Ну все, началось. Фристайл прят. Я вожу, как боженька, все это знают. Уходи! Берегись! Мама! Отстаньте от меня, дядьки! О боже, что я делаю со своей жизнью? Я снесла просто все. Я не знаю, куда я еду. Че, спускаться с холма? Да без вопросов. Сейчас я только. Нейт купил права. В нашей версии игры. О-о-о! Ладошки вспотели. Ну что за жизнь? Сейчас, подождите. Амитлекс, привет. О боже. Ладошки вспотели. Я же вожу, как... Мужики меня обижают! Да пошли вы! Знаете, кто дальше всех будет проходить эту главу? Угадайте с трех раз! Я не знаю, я... Езжай вниз! Да! Потрясающе! Дави людей! А, обычное здание на диске или цифровое? У меня коллекционка. У меня коллекционка. Бляха, муха, пожалуйста! Куда? Я не знаю. Давай по лестнице, надеюсь, по этой. О, господи. Бегите. Run full. Вот этот джип у нас, слушайте. Мне такой тоже нужен. Внедорожник, пожалуйста, только не в нас.
О боже, на меня ругаются. Твою мать! Да, I got this. Вау! Ясно, надо было перелететь, но я не смогла. Водилась тебя не очень? Да. Как и всегда во всех видеоиграх. Я об этом предупреждала, между прочим. Я не перелетела. Ладно, Салли. I got this. Надеюсь, в этот раз да. О, ты тошечки мой. Что творится-то? И в столб. Кайф. Умею, могу. Еще и застряла в этой фигне. У подножия холма. Спускаемся. Без проблем. Башня Сэма. О! А я больше не рулю, что ли? На мотике отстреливается от них. Вот это красавчик. Следуй за конвоем. Ну, у вас сердце. Боже, я думала, я сейчас врежусь в эту фигню. Ну, сердце, простите. Я не могу рулить и чесать нос одновременно. Едем, 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 едем. Наверное, рассчитывала, что я доеду здесь по мосту, но нет. Конечно, нет. О чем вы? Спасти! Спасти! Что? Боже мой! Нет! Твою мать, что творится-то? Что творится-то? Упс. Боже. Какая жесть. Я ползу. Все только начинается, я уже оценила. Ну нет же, нет, я увернусь в этот раз, я смогу, смотрите, я ползу наверх. Но все равно... Я ползу, я ползу, я ползу. Я ползу наверх, выше, выше нельзя. Ну ладно, пожалуйста, плес. О, боже, ну что ж ты будешь делать, а? Нет, только не в ящик. Нет, только не в стол! Что, и целится? Серьезно? А вот так вот, что скажешь, как? Вот вам вообще. Ай! Нет, я говорю нет! Класс! Болтаясь на веревке, очень удобно целиться, вот что я хочу сказать. Знаешь что, иди отсюда. Иди отсюда. Вопрос в том, куда не хотел, чтобы я дальше-то пошла. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на. Боже, как тяжко стрелять, когда едешь! О, привет. Тебя-то я попаду, я думаю. А может быть и нет. Так, раз. Мотоцикл, привет. Готовы. Вот это плохо, это плохо, это плохо. А чё они так легко бахнули тут? А я не могу прыгнуть на ту машину? Вопрос. На засыпку. Слабоумие, отвага. Каждый раз работает!
Ну вот, теперь я еще и рулю. Да вы издеваетесь. Опять рулить. Пожалуйста, остановите это безумие. Нет, хотела бортануть мотоциклистов и не вышло. Блес. Л1. Ну что ж ты будешь делать, а? Опять целиться, да? Бахни, 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 бахни. О, какой эпик. Что творится? Мы все умрем. Ау! Мотоциклисты! Я не смогла. Ой, я рулю. Я отвлеклась на чё-то, я рулю. Да-да-да, сейчас загоним. Ладно, я смогу. Сейчас должна получиться. Может, бортануть мотоциклистов? Я не знаю. Давайте, Л1. Погнали. Я еду. Получайте, гады. И вы все. Сзади никого нет? Нет, есть еще. Вот эти гады меня убили в прошлый раз. Ха-ха! Ну вы что себе позволяете? Опс! Опс! У нас проблема! Патронов-то нет. АК-47, окей. Получайте. Получайте, негодяи. За братый двор стреляю в упор. Где тут все? Вот вам. Меня, знаете что, меня поражает, как здесь машины взрываются. Типа я чуть-чуть в нее постреляла. С учетом того, как долго я ехала на своей машине. И как она... Как бы так сказать-то. Так не делала, что ли? Ну как мне их снять-то всех? Так, стоп, там сзади кто-то? О, привет! Hello, it's me. Сейчас этих еще... Твою мать. Класс. Предположительно, может, мне опять надо было на тачку перепрыгнуть? О, да, да, пошел вон, пошел, давай, 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 на, на, на. А я лезу, я пробираюсь и бью людей. И еду дальше, и тараню мотоциклиста. И тараню вот, тэп! Класс, мне кажется, все. Мне кажется, я приехала. Чего я назад-то сдать не могу? Эй! Почему я? Да пошел ты! Какой я док. Машина не хотела сдавать назад. Вы понимаете? Я... О боже, где они? Да. Я надеюсь, сейчас получится. Эй, вы! Эй, вы! Пошел вон! Сэм! Меня бьют! Сэм! Мать твою. Окей. Ролик меня спас. Мне это напоминает момент, где я на лошадках ехала. Или момент, где я ехала на поезде в предыдущей части. Садись на байк и не спорь. Класс. Успеть. А это мне напоминает Last of Us. Плес. Шевелись. Пожалуйста. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Блин. Чё жать-то? Скорей. О, боже. Ползи. Давай, давай. Just do it. О, божечки. Мне кажется, мы умрем. Мы умрем. По-моему, у меня рука в огне немножко. Я не очень понимаю, что мне жать, чтобы выбраться на самом деле. А что он не берется-то? Окей. Это происходит крайне медленно. О боже. А теперь можно вылезти отсюда, пожалуйста? Побыстрее.
кажется, это чересчур круто. Братюня, пожалуйста, скорее, смотри. Я стреляю? Спасибо, я стреляю! Эй, вы! Я не знаю, зачем мне стрелять в вашу машину, она же бронированная. Буду стрелять по колесам. Надеюсь, что это прокатит. Я всех убила? А что делать-то? Куда стрелять-то надо? Боже, я не знаю, что. Не знаю, куда жать. Нужно сейчас протаранить. Во что стрелять-то? Она бронированная. Окей. Какой ад. Да что ж ты будешь делать? Да... Нет, пожалуйста. Рули, рули. Они уже горят. Скорей. Офигеть. Uncharted. Вот за что мне нравится. You good? Yeah. Дураки. Негр подумал, вот уж шлепки-то. Такой аутисты. Мне вот интересно, я смогла расстрелять бронированную машину. Как они за это время не смогли расстрелять гребаный мотоцикл? Вот так же, как я расстреляла все предыдущие, которые ехали рядом со мной. Ну, нет, конечно, может, мой брат владеет экстремальным вождением мотоциклов. Там он как каскадер прыгает и всякое такое. Я не хочу ставить под сомнение то, что Naughty Dog делает, но это немножко странно. Ну, хотя я главный герой, это нормально. Главный герой всегда выживает. Я так и думала. Совсем не сложно. А, пулемет сбил себя преграду. Окей, не, это я видела. Просто, блин, так просто в решетку. Я его расфигачила. Ладно, смотрим ролик. This place provided a safe haven for hundreds, maybe even thousands of pirates, and they shared everything, property, resources, money, and they kept it all in one common treasury building. Okay. Где этот treasury building? Where is this commie pirate sanctuary? Right here. Плод пиратского коммунизма. That island, just northeast of Kings Bay. Знаете, что, мне кажется, сейчас будет за дверью? Точнее, кто? Тан-тан-тан! Тан-тан-тан! Спалился. Я знала. Seems like you're a hair off course. Elaine, it's not what it looks like. Really? Because what it looks like is that you're searching for Henry Avery's buried treasure. And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. All right, well, I guess it's kind of what it looks like. But I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. For starters, this is Sam. Sam Drake, my brother. Hi. I'm sorry. I thought he had died in a Panamanian jail, but I was obviously very wrong. Been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. But that's the good news. We found it. It's on an island just off the coast. Okay, just stop.
Oh. Was there ever a Malaysia job? Она расстроилась, что он неправду не сказал. Elena, wait! I don't get you. Look, I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know. Just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me again. I knew you would react like this. How would you react? You lied to me for weeks. If you were killed, I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Я что-то так расстроилась. Who are you? Come on. I'm me. Come on, it's me. It's different this time. Oh my God. I have to save him. I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. Aww. I got a plane to catch. You do what you have to do. Что-то я так расстроилась. Аж слезки сейчас потекут. Надо было взять какую-нибудь салфеточку. Я порабываю очень впечатлительно. Поэтому я не стала сегодня долго играть в этот. Last of Us. I'm saying maybe there's a Потому что я три раза начинал начало, три раза ревел, как сучка. He's been in prison for 15 years. He's not going into hiding. Okay, fine. You go after your wife. Sam and I will head off for Libertalia. Without me? Come on, you'll get both of you killed. Really? Kid, I've been doing this for a hell of Все, a все штанишки в слезках. I might be able to hey, you want to be helpful, Sullivan? Go keep an eye on her. Сейчас ее еще поймают. Ой. Ой. Whatever you say. Я что-то так расстроилась от этой сцены. Сколько они знают, если жена не знает про брата? Так, сейчас я это смотрю ролик. Вдруг там что-нибудь еще грустное произойдет. Got it. Pack your bags. Я надеюсь, тут не будет больше никаких грустных моментов, потому что не хочу я опять. Второй раз тут... Ой, их зафонил, хромакей зафонил. Все. Море. Так, сейчас я прочитаю чат. Нейтан? Yeah. Land ho. Досмотрим только сценку с вами. What do you think about that, huh? That's pretty cool. Take the wheel for a second. All this running around, surviving by the skin of our teeth. I think we've actually taken a moment. Step back and appreciate just how far we've come. Красота момента. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Yeah. Listen, little brother. Вы заметили? У него кобура отдельная текстурка от одежды. То есть она отдельно двигается. I don't know. Maybe I've done this one too many times. Так, а это, видимо, близко к тому моменту, с которого я начинала в последний раз. Huh. Somehow I imagined it bigger. Yeah, well, we're definitely in the right place. Так, теперь я могу рулить, да? Нет, еще не могу. О, могу. Так, читаем чат.
Нейт козел. Сколько они женаты, если жена не знает про брата? Они женаты, по-моему, 3 года. Он все это время считался погибшим его брата. Он к нему вернулся вот буквально там 2 недели назад, что ли. Он знал, что он выжил все-таки в этой тюрьме при побеге. Вот там заштопали, держали в тюрьме. И, ну, скрывали всячески, чтобы он, что он жив, потому что они там убили охранника. То есть они так основательно за него взялись, хотели, чтобы этот пидор там... И этот пидор там сидел и загнивал, и никто про него не знал. После такой погони стоять теперь как школьники-хулиганы в кабинете директора. Ну, блин, нет, на самом деле я понимаю, почему, вот, например, Елена так среагировала. Она же за него переживает. И всякое такое. А как бы вы отреагировали на ее месте? А, толсуйся дальше, сдохнешь, мне пофиг. Нет, конечно. У них же там любовь, все дела. Никто не знал про брата до 4-й части. Да, игра, по-моему, с этого началась только ночью. Все правильно. Короче, поехали! Вернуть камеру в исходное положение, хорошо. Нам надо к тому большому острову. Слезку пустила. О, нет. So, maybe Libertalia is more of a small beachside shack. А нам к какому острову? К острову Excusez-moi. О, так. Да-да-да. Покину транспорт! Давай, выходи, выходи. Я! Класс. И на песке следы остаются. Это другой песочек. Идем искать вход к башне. Там найдем, что нам нужно к другому острову. На этом остановимся. Вернуко, привет. Если я правильно прочитала твой ник. В любом случае, привет. Так, надо понять, как зайти. Наверное, там. Наверное, там. А может быть и нет. Судя по тому, что... А, нет, нормально. Нормально. Я вот из сцены почувствовала ее боль. Ой. Чё тут секретик? Ништяк? А-а-а, ясно, понятно. Ладно. Эрника. Ага, окей. Хорошо, хорошо. Так, нам туда? Ну, тут что-то есть. А, тут... It's a door of some kind. Covering a chamber? A massive chamber. For storing a bunch of treasure? No way. Not with his ego. Wherever Avery put the treasure is going to be the most elaborate place we've seen yet. And it would be well protected, too. That makes sense. Окей, вот это я круг навернула. Можно было сделать все проще, но это ж я, все нормально. Идем. А тут еще и мост. А там. Так, а тут ничего нет интересного. Может, надо было какой-нибудь якорь сбросить. Смотрите, там. Там тоже есть башня. Ладно. Ладно. Может продать, если что? Ну, не знаю, это же брат его все-таки. Я... Мне кажется, все-таки нет. Но я надеюсь, я верю в лучшее. А, ладно.
Они же братья. Так, стоп. Ага. А, не туда! Ой, все, потрачено. Надо не звездочку поставить, а слэш. И тогда. А, да, восклицательный знак, все правильно, я лоханулся, извините. Восклицательный знак, правильно. Все правильно. Спасибо, что написали. Ну, сидел 15 лет, но они же братья. Они же братишки. Я верю в лучшее. Там какая-то пещера. Что, все? А, наверное, на улицу надо. Сэм, this way. Ползем наверх. Ползем наверх. Да, Федя, привет. Нет, Нейт! За спойлер и баню, даже если я не знаю, что это спойлер, так что лучше не шутить так. Это типа компаса? Или что это? Some kind of symbol. Mm-hmm. It's like a compass arrow. How did you know to do that? Well, there's one thing I've learned from you. Press everything. Down there. It's the same symbol. GGTT, привет. Let's go find out where it's pointing, huh? Даю право держите эти банить за спойлеры. Well, right below us. Yep. Да, блин, да я эту штуку еще не заходя в эту башню вообще-то увидела. Вообще-то. А нельзя просто? Конечно, нет. Конечно, нет. Ох. Так. Опс. Опс. На лесенку, пожалуйста, сударь. Ох. А, нет. Нет. Я жива. Ура. Я жива. Ю-ху. А что там за пляж? Ну, надо там пошляться. Я поехала. Еее. Вся спина грязная теперь. Красота. Hey, look, it's another arrow. Oh, we left the boat on the other side of the island. Да, но я смотрела, что это за штучка. Идемте дальше. Мы должны переплыть, раскрыть все секреты. Интересно. А, я забыла, сколько здесь глав. Говорили, вроде 22 или нет? То есть я где-то только на середине. Да или нет? А, вон я вижу еще. Так, хорошо. И тут я вижу стрелку. Ты где? Он сказал, смотри ступени. Вообще-то. Вообще-то я видела эти ступени. Острокос, привет. Давай. Ты... Объясните, пожалуйста, сударь. Куда вы меня ведете? Я видела здесь лестницу. Спасибо, что сказали. Ладно, сейчас спустимся тогда на другой. Я прям в самой середине. Окей. Пойду в ту пещерку. Потому что там уже все облазили, глупый братец. Лестницу он увидел. Блин, неужели здесь никаких ништяков нет? Что-то мне подсказывает, что есть, но я их просто пропустила. Ну ладно.
Поедем, сударь. Let's follow these arrows, see where they go. А, надо следовать за стрелками. Hey, look, another arrow over there. Окей. Ладно. Ладно. Так, там я видела проход. Sam, let's check this out. Well, good to me. Фу, что это? Мне это напоминает что-то не очень приятное. Hey, look up there. It's like a pulley system or something. I see a way up, though. Pulley system. Окей. Ходи и гадай теперь, как забраться сюда. Это ж я. Показалось или что-то там блестело? Рыболовная снасть. Я думала, это тентакли. Почти. Ну смотрите, это похоже на какие-то, я не знаю. I don't see a way up these cliffs. Let's move on then. Да. Фу, выглядит не очень. В смысле идем дальше? Нет, мы поднимемся. Может оплыть как-нибудь остров? Я хочу забраться. Я плыву. Просто Sam, потому что я могу. Right, wait for me. Без тебя уеду, пока. А, блин, он сел. Так, хорошо. Изучаем. Куда тут можно залезть? Здесь явно никуда. Но что я вижу? Дадим назад. Мария Олеговна, великий водитель катеров. Сейчас разберемся. Стой, катер! Так, я надеюсь, он сейчас не плывет никуда. Ну что ты делаешь? Ну, давай, на крышу. Ага. Все, отлично. Подсказка. Следуйте за каменными стрелками. Нет! Я лезу сюда. Спасибо, конечно. Вообще-то, я нашла здесь. Я нашла ништяк! Блин, и все? Я-то думала, здесь подъем наверх какой-нибудь. Все как всегда. Тыщ. Ладно, я просто нашла ништяк. Да я поплыву по стрелкам. Я хотела взять ништяк. Опа. Поедемте, сударь, поедемте. Вы вот взяли этот ништяк? А я взяла. Сейчас я все равно хочу круг навернуть. Вдруг еще что-то упускаю. Пещера. Ху-ху. Так. Интересно, девки пляшут. Giant gate. Good sign. О, а там что-то светится. Secret cave, stairs. This looks promising. Красота. Так, а тут можно нырнуть как-то, нет? Нырнуть? Нет, здесь нельзя нырять. Одежда мокрая стала. Man, we're lucky no one ever found this place. The whole thing would be a tourist attraction. Блин, все, никак? Я надеялась. Я хотела. А, все. Все. I mean, what about the big pillar in the middle of the cave? That looks climbable. О, спасибо, братюнь. Спасибо. Я тупая. Ты меня спас снова. Своими мудрыми советами. Вот что значит старший. Брат, я нырнула. О, как красиво я нырнула. Вы видели? Интересно, здесь можно так как-нибудь? Максим, привет. Да, надо все-таки, да, подплывать. Хорошо. Хорошо, а сейчас подплыву тогда. А ты там купайся, братюня.
Интересно, он залез? Или я его уже винтами распилила? Стоп. Вот. Ну прекрати, мужчина. Here we go. Вот так вот. Вот так вот. This is pretty cool. Круто, круто. What? Climbing this cliff? Yes, climbing this cliff on a giant secret pirate island. I mean, come on. Right. Well, I think it's pretty damn cool. Конечно, круто. Так, давайте. Упс. All right. Back in business. Okay, hold on. Just gotta not fall to my death over here. А вы здесь лазили? Кто-нибудь здесь лазил? Ты чё там? Ты чё? Ты где? Брат! Брат! Где он? Ладно, я постою здесь, он, может, он прибежит. Где он? Ладно, я пойду дальше. Вау, Эйвери не был много для субтильности или understanding, was he? Well, he had the money. You got it, flown it, right? So, does this qualify as the most elaborate place we've seen yet? It's up there. Hmm. Come on, let's get a closer look. А что тут? А что тут? Где мои бриллианты? Нет? Ладно, нет бриллиантов. Будет ли на YouTube прохождение? Да, я туда залила первые два стрима уже. Еще залью третий, и потом... Ух ты, а там что? А, наверное, откуда мне надо будет лезть, потому что ворота, скорее всего, да. О, look, the main entrance is blocked by debris. Again. Да. I guess Avery's builders clearly didn't take hundreds of years of erosion into account. Clearly. I need to find another way around. Конечно, конечно. Ладно, это палевно подсвечивается очень. Ой, а там тоже что-то? А ладно. А ладно. Hey, Sam. Come on, give me a hand with this. Monkey. Yeah, sure. Блин, я уже давно так не играла в игры, где нужно быстро жать кнопки. Поэтому тяжко. Непривычно. Sure thing. Lots of lifting and crawling and everything, huh? Так, ладно. The glamorous life of a treasure hunter. Ладно, полеземте здесь. Полеземте. Да, пираты вбухали все деньги в постройку головоломок сокровищ. Это пираты! Потому... ладно. Просто это пираты. Бля. Чё, серьезно? Нет! Я надеялась. Я тут пришла же, да? А тут что? А, нет, я прошла. Нет! Или да? Сейчас, ладно, разберемся. А, я пришла оттуда. Все, я аутист. Я поняла, я все поняла. Мне надо туда наверх. Да, вот оно. Класс. Сколько планирую проходить? Не знаю. Часа три, наверное. Так. Ничего себе мы нашли. Мне надо купить подарки. У меня же 15 числа день рождения у канала. Я хочу что-нибудь разыграть. Как прискорбно бы это ни звучало, это будет не игра. Но вроде я нашла неплохие штуки. Если они будут еще там, где я хотела их купить, будет вообще отлично. А это что тут у нас? Ладно. Сейчас Мария Олеговна протупит, все нормально. Как всегда, ничего необычного. Мне надо туда.
Чтобы попасть туда, надо не быть аутистом. Ну, ладно. Какой-то уступчик непонятный. Интересно. Интересно. Можно туда как-то попасть? Ладно. Какие штуки? Да, каналу будет год. Но я не знаю, я хочу, чтобы это было сюрпризом. Но я планирую 3. Ага. Это же то, что я думаю. Я планирую. Нет, наверное, поэтому нельзя лезть. Или можно? Ладно, если я сейчас умру. Я умру как герой. Но выглядит все так, будто. Да. Can you feel me? Спасибо за подписку. Буду смотреть Uncharted, сам хочу пройти. Все правильно делаешь? Три штуки. Ну, типа, 3 приза. Там, 1-е, 2-е, 3-е место. Всякое такое. И это будет не игра. Потому что я нищая. Я подумала, что... Да ладно! А! Я идиот, все нормально. Просто странно бы было дарить игру на ПК, с учетом того, что я играю на 4-м PlayStation, и вроде как позиционирую себя как стример, который играет на 4-м PlayStation. Ну чё, ты меня... Ну помоги. О! Так, я знала, я знала! Да, не помешало бы. Не помешало бы решить это как-то, но я разберусь. Йоу. Сэм, эй, ты еще там? God damn it. Сэм, да. Let's see here. I ruined my marriage. Drove my best friend away. Got two psychos in their army after me. And now my brother's gone missing. Not on the bright side, there's no one around to tell me I'm an idiot. Класс, мне нравятся эти размышления. Клавиатура Razer? Нет, никаких клавиатур, никаких мышек. Это вообще никак... Ну, точнее, это, наверное, будет связано с играми. У-у-у! Давайте. Сеньор Нейтан Дрейк, держитесь, я вас очень прошу об этом. Вообще-то да. Ишь какой, негодяй. Давай, хватай. Everything all right? Yeah, everything's fine. Let's keep going. Okay. Для чего ты же это здесь нужно? Куда ты хочешь пойти? Что ты там хочешь увидеть? Скажи мне. Ладно. А, нифига себе! Вот это да. Сейчас я там еще пошарюсь. Nice view. You didn't hear me? When? Back there. I called out to you. I didn't hear you. Why were you worried? I was worried you got distracted. I'm distracted now. What's that supposed to mean? Nothing. Shall we? Yeah, let's. А это не один из тех островов, где... Нет, подождите, подождите. Где были драки показаны на E3? Выглядит все похоже на то. Опа, крестик, привет. Привет, крестик. Какая-то глава, это 11-я. Ничего супер крутого не будет. Я купил себе коллекционку Uncharted. Я бомжу теперь до конца месяца. Никаких вам долшоков! Собственно говоря... О, вот, все. На E3 показывали в джунглях драку, где он еще свалился в текстурке в конце. Это было весело. Воу. Так, ладно.
Yeah. Anything? Коллекционка стоила 10 тысяч. Sam, no good. It's a dead end. Нет, не хочу. Какой dead end? Вы чё? Нет! Нет! Я не хочу возвращаться, но я же... Ну... Может, всё-таки как-нибудь можно туда попасть? Вон что-то есть. Какие-то выступы непонятные. Просто я очень люблю Uncharted, и я подумала, что было бы неплохо, чтобы первой моей нормальной коллекционкой был Uncharted. В смысле, откуда у меня такие бабки? Можно подумать, сейчас 10 тысяч — это какие-то гигантские баснословные суммы. Я работаю. Такие, да? А, что? Что там такое? Ну давайте. Тихо. Смог. Тихо. О боже, я думала, это конец. Какой муж, боже. Какой муж? Никогда мне мужа не будет, только коты. Никто мне ничего не дарил. Вообще, не считайте чужие деньги, начните свои зарабатывать. Вот так вот! Ну, давайте. Погнали. Хорошо. How you doing? Сейчас я разберусь, что тут делать-то дальше, куда идти. Я все провалила. Мы здесь умрем! Не сюда, да. Все. Это выглядело как штучка, за которую можно ухватиться. Сейчас я тут повисю. Интересно. А может быть... А я там была? Да, я там, видимо, была. Ну, ладно. Вдруг... Как глава, это 11 глава. В мультиплеер я не знаю, я вечером занята буду. Может, как-то... смотрите, там что-то есть. Какие-то ступенечки. Да, я красавчик, потому что... Я красавчик. Вот. Опа. Мы на правильном пути. Не пишите, что делать, я сама догадаюсь. Если я совсем буду тупить, я вас спрошу сама. Ведь разобралась же, что делать. Сама. Крутая игра, да. Мне очень нравится Uncharted. Одна из любимых моих серий вообще. Игр. На самом деле, сначала мне было немножко скучно, но сейчас так все разогналось. И я прям оценила. Полностью. Хорошо. Ага. No, I can't say I did. Crazy shit like this. Ну что, я должна здесь что-то увидеть?
Ясно, понятно. Погнали. Ига! О, ладно. Квалсомка. Привет, я не читаю так, что извините, если неправильно читаю. Как отношусь к Metal Gear Solid? Я не играла. У меня немножко бомбануло там по одному поводу. Я решила не играть. Хотя, он лежит, в любой момент можно пройти. Надо будет это сделать все-таки. В старый я вообще не играла, а в новый, ну, типа он есть, но я не стала. Первый нет на PlayStation 3, серьезно? Как так-то? Да там из-за прикида Quiet, у которой, как я поняла, дышит с помощью фотосинтеза или что там было. И такой же мужик, который дышит с помощью фотосинтеза в полном военном обмундировании, ему это не мешает. Короче, там Сэм, такой... Не знаю, не уверена, что хочу это обсуждать. Летает тут, что творят? Воу. Мистер Нейтан Дрейк, спускайтесь. Вот и все. Okay? Yeah. Вообще Metal Gear. Я не играл в Metal Gear. Потому что я не могу в стелс, как вы могли заметить. У меня с этим проблемы. Есть еще, по-моему, какой-то злодей, который дышит кожей, не только Клайд. Сэм, check it out. It's Avery's ship. Кингвуд, привет. The fancy. Attacking the guns away. That's how it all started. Там вообще все очень странно. Я наверное, поиграю, но... Looks like they're writing their code of conduct. Pirate Bill of Rights. Так, может, надо что-то зарисовать? Look, pirate captain's sigils all gathered around Avery. Nathan, this is the story of the founding of Libertalia. Blueprints. Well, brown prints. Алекс Река, спасибо за подписку. Сэм, check out this diorama. That looks like a city street. They actually built all this stuff. These guys, I don't know anymore. Сэм, look. Hey, maybe they were planning a massive theme park? Pirate land. Первый, третий, четвертый топ. Я смотрел на самом деле прохождение одного Metal Gear на YouTube. Это было очень странно. Это что у нас тут? Фигурка. Really well made. Вертеть. Я же верчу. Левый, правый, ну вот. А, то есть все. Это как я могу повертеть. Окей, ладно. Так, что-то я хотела рассказать. И забыла, что хотела рассказать. А, про Uncharted. Да. Я же в него... Изначально долго не хотела играть из-за того, что в интернете всякие не очень умные люди писали там Дрэгфейс, мыльцо, кинцо. Нет игр там и всякое такое. А потом мне подарили Виту, и на ней был Uncharted. И я прошла этот Uncharted, а после этого пошла и купила себе трилогию на PS3. И за 3 дня прошла эту трилогию, это было охренительно. Так, ага. Хорошо, я пока не хочу туда. Я пока хочу в третью дверь зайти.
третья дверь, она живот? Или я... О! Я думала, это ловушка. One way or another, we're getting in there. Let's just lift it together, all right? Okay. Ну давай, поднимем вместе. Я правда не знаю. Мне кажется, я что-то там пропускаю, делая это. Just think about all that treasure. Ну нет, нет, я еще не все облазила. Нет, нет! Блин, ну ладно. О. А что это там в конце опускается? Looks like we got ourselves another trial. А, это крутится что-то. Ну класс. Мы все умрем. Let's see what these do. Okay. Some impressive. Скажи ему, а что происходит? Да чтобы я понимала, что мне делать. Ладно. They turn the symbols. That'll help. Так, ну давайте повращаем символы. Я должна найти все символы или что? Я пока не очень понимаю, что мне делать. А теперь смотрю на это и, кажется, начинаю понимать. Понимаем, но не все. Started, huh? В смысле? Подожди! Ага! Так, стоп. Перевернутая фигня... Хорошо. Нет, подожди. Сейчас я здесь пошарю, потому что это все круто, конечно, но я пока очень сильно туплю. Какая-то тут фигня. Мне кажется... Давай не выпендривайся. Подожди, братень. Это сюжет или на пещерку отвлеклись? Да, мне кажется, сюжет. Уж двери, ничего не происходит. Стоп, ха. Так. Я, конечно, попробую сейчас догадаться. А что там за фигня? Стоп, 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 не трогай эту фигню. Вот это что? Ладно. Ладно. Я искренне пытаюсь понять, что делать, но пока не понимаю. Так, стоп, а как мне выбрать? Так, хорошо. А что я перемещаю, excuse-moi? Ага, так. Тут буковки. Может быть, я даже найду нужную. Нужная. Вот она нужная. Дико ты знаешь, что куда? Nothing. Symbols on the spheres don't match the ones in the light. И все-таки этот символ не совпадает с тем, что на свету говорит он. А, стоп. А... Стоп, что там крутится сейчас? Ничего не крутится, ладно.
А теперь крутиться будет? А, стоп, подождите. Сейчас делаем вот так. А теперь покрутим обратно. Звучит как план. There we go. What is that? Oh, look. Statues. Pirate captains. There's Bonnie Aldridge, Al Basra. I can't remember that guy's name. Порваться на стриму, закричать, крыса, штурвал. He was a muggle, one of the soldiers on the gunsway. What's he doing teaming up with Avery? Stories have it he was taken to be executed, but he got freed during the battle of the gunsway's gunpowder cache. Oh, so grateful Avery brought him along? Exactly. What about that other guy? Ладно. He started as a nobody, became a fearsome swordsman. Ага, хорошо. Сейчас... Теперь мне нужно накрутить... Так, где тут ближайшая штука? Одна должна быть просто наискосок. Сейчас мы ее покрутим. Так, хорошо. Вращаем барабан. Крутим вот эту. Достаточно? А теперь вот так. Ну, прокатим. So close. Ладно, крутим еще. Теперь она достаточно поднялась. Так, окей. А теперь вот эту. Ну-ка. Блин, все, понятненько. То есть их надо как-то. Ну, тихо, давай. Остановись здесь. Вращаем барабан. А если... О, да. Так. Я прокрутил ее вроде нормально. Надеюсь. Сейчас проверим. Все. Я поняла, что делать. Так. Окей. С этой мы разобрались. Так. Мне не надо, чтобы сейчас крутились обе. Как там это должно выглядеть-то? Ага. Так, хорошо. Не сразу до меня доперло, что делать, конечно. Yeah. Еще одна штука открыла. Самые лихие загадки во второй части. Блин, а я вот не могу вспомнить. В смысле произошла ошибка? Чё-то хочет меня компьютер. Все еще работает? Пещера была, по-моему, с пауками. И там под разным углом света разные знаки на плитах отображались. Они такие, как будто голографические были. Покрутила рукой, хромакей зафанил. Класс. А, ходить с лампами по залу. Так, хорошо. Hello. Сейчас. Тут, блин, столько всего падает. Ладно. Ну, давайте. Что-то еще крутится? Так. Хорошо. Блин, Хьюстон, у нас проблема. Так, вот он замирает. В каком виде? Успеет ли он докрутиться? Вот в чем вопрос. Ладно, а если я сделаю... так, где они оба касаются чего-то? И крутану их один раз.
Давайте сделаем так. So close! Ладно. Еще раз. Рано или поздно у меня же получится. Просто интересуюсь. Не успела. Может, они раньше где-нибудь что-нибудь касаются? Стоп. Вот, блин. Это надолго. Ты тоже крутишься? Нет, ты не крутишься. Так, что-то я... О, блин, не в ту сторону крутится. А вот так. Ясно. Ну-ка. Это совпало. А это, конечно, нет. Интересно. Так, это будет тоже крутиться. Нам сейчас это не надо. Ну-ка. А в какую сторону она там поедет? So close! Ладно. Я не помню, в какую сторону крутить, короче, но я сделаю просто так. Ладно, одного не хватило. А вот так. MLG Pro 150-360 на скоп 280. Да. Wait a minute. That's only 11 pirates. We're missing our star pirate. Uh-huh. Mm. It's kind of weird. Прямо рядом со светом есть крутилки. Неудобнее. Ладно. Так, что теперь от меня хотят? У нас есть 3150 пиратов, мужиков. Пират, мужики! Чё хотите от меня? Может, надо было запомнить, как они стоят? Let's see. Yeah. Ой. Okay, where to now? О, мы поднялись наверх башни. Смотрите, статуя поднялась. Она укажет нам, куда ехать. Потемнело, вы заметили? Блин, хромаки фонит, ну извините, я просто чуть-чуть пошевелюсь, и он все. О, черт! Темнеет! Плохеет! Вот мы и дошли до того момента. Да. So, Nathan, and be honest with me, how does this stack up, you know, compared to your other adventures? Ask me again when we finish. Хитро, хитро. Так, и что-то? Тупик! Поехали вниз. Don't snap! Didn't snap. Sweet. На горе статуя. Стоит. Boat's down there. After you, Captain. Где лодка? Где? Не вижу. Темно. Класс. Ладно. Отлично. Вон наша лодка. Тут немножко стемнело. Поплохело. Бам. И вообще не очень.
Доказал, что не бот. Отлично. Ну что, там как, сел? Смотрите, волосы намокли, вы это видели? Монстр с Эйвери статью. My hands are literally shaking. Yeah, I know the feeling. It's either that or I just... You know, I need another cigarette. Maybe a little bit of both. О, как там фигачит. Стоп, нет. Тут мы были. И мы едем. Sorry, my bad. Ролегвна, великий водитель лодок. Все нормально. Сейчас приедем. Я не знаю, куда я еду. Очевидно, не туда. А что-то я вообще как... Не знаю, кто. Я надеюсь, я еду, куда мне нужно. Да. Быстрее было бы, наверное, поехать налево или направо, но я могу. Да, приехали. Фига он здоровый, а он куда-то смотрит. Вы поняли? Он куда-то смотрит. Ой, погодка портится, смотрите, листики летят. Песок поднялся. Ветер дует. Красота. Боже, Uncharted такой красивый. Спасибо, капитан, я поняла, что мне нужно к статуе. Я это поняла давно. Я просто ездила на катере, наслаждалась моментом. Смогу ли я? Окей, ладно. Вот так? Ладно. You do the honors. I insist, come on. Okay. Настаивай то. All right, Captain. What are we looking at? Давайте посмотрим. О-о-о! Остров, в котором бьет молния! Почему бы не поехать туда? So? Big skull-shaped island? What? Big island. No skull. It's gotta be it. Либерталия. Графика очень красивая. Это лучший графоний, который я видела. Что такое? Что такое? Упси, дипси. Надо было подзорную трубу вытащить оттуда. Чтобы им ничего не досталось. У меня флешбэк. Меня заставляет делать снова то же самое. А, отлично. Мне не придется это делать. Блин, ну почему это? Класс. Зафанил. Портит всю картинку мне. Класс. Я в говнище на острове. 13-я глава. В безвыходном положении. Сейчас, минутку. Сэм! Минутку. Надо. Смотрите, а теперь пропало. Да вы издеваетесь. Ладно. Сэм! Сэм!
перестала. Опять. Короче, когда молния здесь бьет, меня его фигачит. О, а он не упадет? Вроде все окей. Сейчас. Да, даже молния ударила, и он не упадет на меня. Все, починили. Я иду, мне плохо. Сэм! Это как Шон! Шон! А не та игра. Сэм! Бирга, привет. Все отлично? Смотрите, как дождь. Классно капает. Поливает, скажем так. Собраться повыше и сориентироваться. Сэм, come on, answer me! Отвечай, Сэм! Не пускает, а там трава, смотрите, как светится. Шон, это классика. Да. Молния бьет немножко в хромакей-то. Да дождь офигенный, вы ничего не понимаете. Это богический дождь. Там что-то есть. Я полез туда. Воу, воу, ой. Классненько. Смотрите, у него с носа даже вода стекает. И он такой весь в песке и мокрый. О, да, эти шейдеры. Эти шейдеры. По закону жанра, Сэм меня, наверное, немножко наебывает, а я такой из-за нее поругался со своей женой. И вообще, добрый парень, все дела. Сэм! Сэм, are you there? Блин. О, как красиво-то, боже мой! И дым, и костер, и дождь. А на меня капельки дождя. Да даже... Ой, вообще. Не могу, какая красота. Бедняжка. Мокрый. Бедный Дрейк. Иисус Лили. Сэм поставлен на СМС. Сэм! Шон! Шон! Сэм! Кто-нибудь? Ладно, все нормально. Чувак в чате зачем-то просит мой ВК. Я раскрою страшную тайну. Возможно, для кого-то это действительно страшная тайна, но я... С какой целью, во-первых? Как бы это высокомерно не звучало, сразу предупрежу, что я стремлю для того, чтобы новые знакомства заводить или парня себе искать. Внезапно! Сейчас должна быть эта фигня из РБ-цепа. Вот это поворот! Разговаривать с собой. Скоро у него Вилсон появится. Скоро будет Вилсон! Вилсон! Да лезь наверх. Боже. Его прям фигачит. Ой. Вилсон. Ау. Блин, бедняга. Он прям так двигается и идет, вот ему не очень хорошо. О, туда я испугалась. Кстати, вот эти скалы острые, дождик напоминает мне Том Райдер. Какой это был, где там какая-то китайская принцесса была на острове, где все время дождь и к которому не подобраться. Да что? Ну что случилось?
Давай, ты сможешь, мужчина. Давай, держись. Да что, ну, в чем твоя проблема? Вот, видишь? Ты можешь, когда захочешь. Ну что, ну он скользит и все. Пожалуйста. А, ладно, надо просто подождать, он слишком слаб. Только что пережил кораблекрушение. Как вы не понимаете, ему плохо. Остроквас. Что? Да, ну, блин. Ясно. Надо ждать. Ну, давай. Иди, сударь. Пожалуйста. Вон. Да. Так. О, да, о. Видно, что у него ручки сейчас скользили даже по камню. Ну давай. Ты... Блин, бедняга. Смотрите, как его водой обливает. Он прям заново мокнет. О боже, этот Графони. Сержант Графони. Как вы прекрасны. Он сейчас... О! Тихо, тихо. Ох, ё! Блин, бедняга, мне его так сейчас жалко. Dark Souls не прошла, но пройду. Все еще впереди. Я готовлю тизер-трейлер к стриму. Надо подождать. Блин, так, ясно, вырубился. Дождь прошел. Это он даже высохнуть успел. Этот Графоний. Yes. I... Sic Parvus Magna. Sam. Он жив. Yeah. Where are you? Crap. Кстати, вот такой вопрос. Я же ни разу... Он куда-то пропал, я не могу его найти. Вот куда делся чувак. Ни разу ничего не разыгрывал на канале. Кто знает, как обычно это проходит. Просто рулетку какую-то я не хочу устраивать. Я! Что-нибудь интересное. Может, кто знает, что можно сделать? Упс. Мы лезем. Мы лезем. Так, по-моему, он отдохнул, и теперь сможет превозмочь. Как в старые добрые времена. Ой, а мне наверх? Или нет? Ну, конкурс. Какой? Какой конкурс? Просто вот этот лайк-репост тоже не хочу. У кого больше часов на стриме, значит, приз достанется Диме, моему модератору, все. А второй приз второму моему модератору. Вы рискуете сейчас, между прочим. Третий приз, наверное, третьему модератору. Нет, и все. Класс. А чё сюда лезл-то? Вопрос на засыпку. А-а-а. Давай. Just do it. Опс. Чуть не упало. Для чего это интересно? Лезем, лезем. Опа.
HD! Селдир. Спасибо за подписку. Чему знакомые друзья считаются, знакомые друзья тоже могут участвовать. Вы даже не знаете, что за призы, может, вам не понравится. Но я вам не скажу все равно. Ладно, что-нибудь придумаю. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Кстати, у меня появилось... Да трынделось, блин! В Телеграме что-то вроде чатика, где я буду постить анонс стримов. Это будет оперативней, чем... Окей. Чем ВКонтакте, например. Так что вы подписывайтесь, а то я забыла, что у меня есть... В Телеграме вообще эта штука. Ссылка есть внизу. Пока что там нельзя чатиться, там только мои новости, но не знаю. Захотите чатиться. Возможно, я дам вам такую возможность. Возможно, нет. Вот и все. Так, ну давай. О боже, как он страшно лезет, ну... Ну, ты, может, подцепишься? В чем? Что случилось-то? Ну, интересно. Теперь он лезет только в том направлении, в котором я нажимаю джойстик. Что можно делать с этим уровнем? Я позже что-нибудь придумаю интересное. Я просто давно себе завела это, чтобы у вас копились баллы. А когда все будет круто, мы что-нибудь с этим сделаем. Может, какие-нибудь команды, которые можно менять на баллы. Или там еще на что-нибудь менять эти баллы. На реальные деньги нельзя! А, на мокрых поверхностях нельзя прыгать, только тянуться. Во, офигенно! Это классно! Новенькое что-то в геймплей. Охо! Ох, мама. А дальше что? Чё дальше-то? А, вон, вижу. А, пещерка. Мы приехали. Ну, они, кстати, добавили много новых штук в геймплей. То есть раньше не было этих горок с щебнем, с которых скатываться можно. Не было этой кошки. Лазить теперь по-другому. Стрельба лучше стала, по ощущениям. Может, конечно, потому что я до этого играла на третьем DualShock'е. Или какой у меня сейчас DualShock? Короче, на DualShock'е третий PlayStation, старом. А сейчас играю на новом. Может, поэтому. Не знаю. В траве можно прятаться, раньше нельзя было. Что тут? Просто, просто лазю. Хорошо. Ясно. Ясно. Понятно. Лезем обратно. Ну да. Номер DualShock соответствует номеру PS. Да, на третьем DualShock. Да, исследование здоровенных локаций. Да, раньше все такое было линейное. А здесь прям гуляй не хочу. Конечно, все равно линейное, но... Коридорная, точнее, линейная, да. Все, я поняла. Я разобралась с этими DualShock'ами. Будет ли это конец? О! О! Интересненько. Мне туда же? Надеюсь, да. А зачем мне туда? Наверное, туда. Я и лезу, я качусь. Я смогу! О, да. Так, а дальше что? Идем туда? Блин, мне Uncharted больше Ларки нравится. Хотя этот уровень не очень на нее похож. Ну, то есть она
шла тогда по воде и шла по воде. А Дрейк такой, о, да холодная, освежает, все дела. Буря эмоций. Стоп, я что-то куда-то не туда пришла, по-моему. Нифига себе полезла. Я полезла сюда, чтобы взять сокровища? Или все-таки, может, что-то есть еще? Нет. Судя по всему, ничего нет. Да. Десять сэмов из десяти. Возможно, возможно. Ладно. Что-то я упускаю в своей жизни. Ладно. Нейтана Дрейка к старости образовался топографический кретинизм, и это нормально. Нет. Да в этой пещере ничего нет. Чего я сюда иду еще раз? Ну ладно. Когда меня это останавливало? У-ху! Я смогла! Я смогла? Я смогла. Ой, красота. Тут я вижу не очень... Блин, а чё это он мне ничего не говорит? Что-то со звуком! Что-то со звуком, Карл! Ладно, сейчас я почитаю. Попробую сохраниться и перезапустить игру. Может, у него голос появится. А то он что-то говорит. И как бы, и все. Читаем. 20 марта 1808. Сегодня, когда мы готовились покинуть пещеру, я заговорил с Бёрнсом. Наши запасы таяли, нас становилось все меньше, и я потребовал, чтобы мы отправились обратно и вернулись сюда вновь, взяв больше людей и припасов. Бёрнс рассмеялся мне в ответ, рассмеялся и повторил эту свою песню «Да сокровище рукой подать». Я был непреклонен, ведь если мы найдем тайник Эвери, у нас остался лишь один корабль, на котором нам самим едва хватает места, не говоря уже об индийском золоте. Индийском золоте. Я обратился к старпому Хейзу, или к старому Хейзу, за поддержкой, однако он отпрянул от меня так, будто я чумной. Теперь же Бёрнс сам подошел ко мне и с улыбкой на лице призвал меня подумать о благе всей экспедиции в целом, потребовал не устраивать раскол в команде. Угроза была очевидна, и я сказал, что мне, пожалуй, просто следует отдохнуть и вернуться в свой лагерь. К черту этих сумасшедших. Я не намерен здесь помирать. Вот и все, что я могу сказать этому дураку. Если Бёрнс верит, что это либералия, либерталия, если он хочет идти до конца, пусть делает это. Без меня, с первыми лучами солнца, я их покину. Посмотрим, как они справятся без лоцмана. Терпом старший помощник. Окей, теперь я знаю. Я тупая. Слушайте, у меня пропали все звуки. Сейчас. Сейчас мне надо будет сохранить игру. Надеяться, что все заработает нормально. На всякий случай даже в новый слот сохраню сейчас. Пропали. Прикиньте. Сейчас я на всякий случай перезапущу игру, а то что-то какая-то фигня. Ну, давайте запустим еще раз. Чё не работает нормально? Достаточно только какая-то фоновая музыка или фоновые звуки, а звуки там ходьбы, прыжков, его голоса не слышно. И я не одобряю эту ситуацию. Интересно, дело в игре или дело в ОБСе? Сейчас узнаем. Сейчас разберемся.
Так, сейчас пока никаких звуков нет. Звуки появились. Продолжить в безвыходном положении. Дес нет, хорошо. У меня много чего есть. Ну, в Destiny я давно играю. Destiny — богическая игра. У меня, между прочим, для тех, кто не сдал. Могу в русский язык, все нормально. Для тех, кто не знал, есть отдельный ачивмент просто со стримами по Destiny. Ко мне комьюнити-менеджер Банжи на стрим приходил. Вот так вот. А вы не знали! А я вот такая, да. Посмотрите на меня. Я хотела сказать, это типа золотой дождь. А тут чего? Все нормально. Все нормально. Я нормальная. Так. Все, звуки вернулись. Bad luck, huh? Все заработало. Золотой дождь. Шикарно. Обожаю. Ага. Так, все. Poor bastards. Золотой дождь. Да я от жизни спросил. О! А, это я уже делаю. А может его как-то... Tall, lanky, filled with big, stupid ideas about pirate treasure. Тут можно запрыгнуть? Может, можно его снять? И у него есть ништячок. А? You trying to climb up there? In those boots? А, я лезу наверх? А, его не повесили, он просто... Ясно. Паровозик, который не смог. Я полезла наверх, но, видимо, дальше был какой-то ништяк. Ох, мама. Теперь мы никогда не узнаем, был ли там ништяк. Какая глава? Это 13-я вроде. Вот что я делаю. Класс. О, да! Вот это да! Посмотрите, что у меня есть. Какая полезная хреновина. О, как это круто выглядит, боже мой. Упс. Он очень круто карабкается. Да, это этот остров, где сейчас будет супер-драка, которая выглядит будет... Которая, по идее, должна выглядеть эпично, но я сяду в одно место и буду там отстреливаться. А тут же можно очень стильно драться же со всеми этими чуваками. Можно стелсом пройти, можно там вообще на канате чуть ли там не летать по всей карте, вырубать их сверху. А, сначала прыгнуть, а потом круг прожимать. Окей, сделаем так. Ба. Ну что? Та-та-та-та! Та-та-да! Еее! А он что-то не хочет. А, он хочет зацепиться. Так-так-так-так-так. Какая магическая красота. Птички летят, туман, звуки джунглей какие-то. Красота! Умер! Дотренделась опять. Все нормально, все нормально. Это я могу себе позволить.
в этот раз смогла. Глава... Так, стоп, стоп, эй, эй, а если я хочу... Ну, давай. Давай. Ты сможешь? Нет. Спустись-те, сударь, ниже. Чёрт. Какую цель? Вы чё? Это вроде... Разве не 13-я? Мне казалось, у меня 13-я глава сейчас. Упси, дипси. Вау, смотрите! Листочки местами такие подсохшие. Да, это то место, которое показывали. Смотрите, камень нам как бы намекает. Ты, аутистка, сейчас можешь всех сагрить и сидеть за этим камушком. Либо попробовать снова в стелс, который ты не умеешь. Конечно, я попробую в стелс, это ж я. Ну чё, ушёл? Смогла. О, привет, привет. Вот единственное, что... Чего здесь не хватает, это... Там анимации, как я пушку там беру, вот так вот. Так, так, так. А там же сейчас снизу кто-нибудь еще будет, да? Come at me, bro. Come at me, bro. Пока. И патронцы еще взяла. Патронцы. Вниз, вниз. Ползем дальше. Наш план пока работает. Высокой травы, правда, нет? Да ладно, тут крутые и все у них нормально. Я просто была снизу. Что-то похоже на PvP-карту одну. Ух. Как их много-то. Ё-моё. Ой, смерть! Хорошо прыгнула. Я думала, я сейчас встану. Вот с такого расстояния я пушки еще не брала в играх, конечно. Я думала, я сейчас встану, а потом прыгну, а я сразу прыгнула. Неплохо получилось, согласитесь. Ладно. Ладно. Сейчас я сделаю как надо. Никто ничего не видел. Кого видишь? Я не вижу лично никого. Ой, он что-то слышал. Заподозрил. Привет. Я тихий, молчаливый ниндзя. Главное не свалиться вниз. Привет. Я ниндзя. Ой, что-то они там лазят, все лазят. Вам пос, привет. Блин, офигеть, как их много! Как они... Офигеть, эта локация гигантская просто. Как я тут всех перебью? Тем более в стелсе, тем более я. Я вот пока не представляю. Хе-хе. Да, вот тут огромный шанс спалиться, но я, это же я, ниндзя. Все тихо. Ванчард до этого главное стрим проходил. Да, я только стримила, я не играю, не стриму Ванчард. Увы и ах! Все есть в бродкастах, плюс я зрела на YouTube немножко. Вчерашний тоже залью.
Привет, 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 привет! Ты кого-то видишь? Вот и я не вижу. Ниндзя, я же говорю. Так, там мужик какой-то сверху ходил, по-моему. А где он? Пропал мужик. Пропал! О, никого нет, никого нет, никого нет. Ты что-то видел? Я не видела. Блин, мне кажется, этот мужик меня сейчас спалит. Ладошки аж вспотели, я переживаю, я переживаю. Ладно, сейчас я... Нельзя. Да. Просто так к нему попасть, конечно... Можно, можно. Сейчас попробуем. Сейчас я за марафоне. Сейчас я... Давай, иди сюда. Ха-ха, камон. Никель, спасибо за подписку. Смотрите. Но это все как всегда у меня со стелсом. У меня начинается хорошо, а заканчивается не очень. Спряталась в траве. Никто меня не видит. Стоп. Вон идет мужик. Конечно, он не видит в упор труп своего союзника. Я же Нейтан Дрейк. Никто ничего не должен видеть. Я ниндзя. Да, поддерживайте. Я ж смогу. Иди сюда, иди сюда. Смотри, как трава шевелится. Явно хочет... Это анаконда! Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Нет, это акула. Тан-т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 ан. Теперь обратно. Тан-тан-тан-тан-тан. Никто ничего не видел. Так, тихо, тут граната вообще-то была. Тан-тан-тан-тан-тан. Никого нет, никого нет. Ты что-то видишь? Я не вижу. Все нормально. Нормально все. Стелс. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Привет. А я уже здесь. Интересно, даю здесь ачивку, если здесь пройти стелсом все. Я хочу. Вдруг я смогу. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Пошел вон. Кто-то песенки поет. Иха! Ниндзя! Работает, смотрите! Я могу стелс! Сейчас такая херак всех сагрила. Ну так обычно и бывает, на самом деле, когда я играю в игры. Не удивляйтесь ничему. Стелс-мастер. О, нет, тихо. Что тут у нас? Ха-ха-ха. А рано или поздно я всех сагрю, да? Так, стоп. Тихо. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Я просто стелс-мастер, но вы еще об этом не знаете. Да, стелс-мастер. На самую высокую колонну залезла, стелс-мастер. Вообще, я в восторге от себя сейчас. Прибываю. Ой, текстурки. Никого нет! Кто-то что-то видел? Я не видела.
Мужик, мужик. Блин, беда. Беда, беда. Вот там вот снизу снять, но я уже ушла оттуда. Мимо всех пройти. Но что-то я такое вижу. Вон туда, да? Да, видимо, туда. Стелс мод активейтед. Всех спалил, короче. Пошли нафиг, я поехала. Нет, нет, не застрелите, пожалуйста. Я так долго старалась. Я так долго старалась. О боже. Да твою мать. Я молодец, все нормально. Почти получилось. Я в какой-то момент просто психанула и подумала, я хочу убивать. Поубивала? Молодец. Вообще красотка, обожаю. Никого нет. Ты ничего не видишь. Блять. Маша может стелс, да, только в агрессивный. Иначе и не сказать. Я теперь даже не знаю, блин. У меня был коварный план свалить с горочки, но я не знала, что меня там ждет снайпер и граната в лицо практически. Тихо. Никого нет. Никого нет. Не смотри сюда. Не смотри сюда. Ха-ха-ха. Мастер! Мастер стелс. Сейчас вот тот чувак уйдет. Ладно, я буду пытаться дальше смочь. Ой, нет, я не то нажала, я идиотка, боже. Я нажала вместо крестика кружочек. Ну, молодец, все нормально. А этого мужика здесь не будет? Класс, тогда я пошла. Потрачено. Надеюсь, тот мужик не заметит, что я над ним ползаю. Все обойдется. Hello, it's me. Ой. Вот теперь я видела снайпера. Видите, спасибо за подписку. Блин, их двое. Вот незадача-то. Он подойдет. Давай, иди сюда, иди сюда. Ну блин, ну ты не там стоишь. Ты стоишь не там, где должен. Ты портишь мне все. Плохой мужик, плохой. Я устала тут ползать. Иди сюда, смотри. Я тут, я тут. Да блин, достал. Все. Мастер Рейс просто. А, вот снайпер. Отлично. Что? Ух, блядь. Алукард, спасибо за подписку. Там чувак только что ушел, вы видели? А теперь идет еще один. Так, так, так. Че, не хочешь подойти ко мне? Я тебя жду, а ты не хочешь идти. Мужчина, верните. Верните, пожалуйста. Иди сюда. Пошел вон. Блин, я думала, я его сейчас как в Спарте ногой скину. Но нет. Но нет. Кондор? Что-то интересное. О, это... У-ху! Что я взяла? Трупы нет, нельзя как в Хитмане прятать. Во всяком случае, я не сообразила, как это сделать можно. Так, опс. Привет. Блин, ну ты ж зашел сюда, ну чё ушел-то? Мужчина, вернись. Вернись, пожалуйста, я вас жду. Ладно, попробуем, как ниндзя, прокрасться к снайперу. Их там аж трое, ёлы-палы.
Интересно, насколько хороша сейчас моя позиция, чтобы начать в машине прятать трупы, Машу убивать. Да! Так, смотрите. Мужик, пожалуйста, залезь наверх. Иди сюда, иди сюда. Мне не хочет. Он же меня спалит, если я туда прыгну сейчас. А, в жопу стелс. Бля, это дробаш. Я думала, это ракет. Высокая интеллектуальная женщина, все нормально. Я-то думала. Боже, я все сломала. Ну что, нет. Ну, я была уверена, что у меня гранатомет. Я не знаю, почему я была в этом уверена, но... Серьезно, я думала, у меня гранатомет. Привет. О! Ха! Так я шума навела и опять скрылась. Нельзя. Дополнение для Uncharted? Серьезно, оно будет? Я что-то не верю. Да, только Маша не знает, что у нее не ракетница, а дробовик. Никого нет. И я чё говорю? Опять они тут... Так, одного я сняла. Так, иди сюда, теперь ты. Сейчас он меня спалит. О, так. О, так их двое. Вопрос в том, кто сейчас куда пойдет. Я пойду вот за этим. Ты ничего не... Ты не туда пошел. Ты слышишь? Тебе направо! Опять мне грену, что ли, бросить, я уже не знаю. Нельзя из укрытия кидать гранат, что ли? Are you fucking kidding me? Так, тихо. Хочу пистолет с глушителем, тут такое будет? Как вы меня достали ходить не там, где надо! Иди сюда. Кто здесь? Никого! Вот дураки. Вот дураки-то. Такая я вообще без палева все сделала. Давай, мужчины, подойдите, пожалуйста. Куда-то он полез. А я за ним следом такая. А чё я не могу запрыгнуть наверх? Я считаю, это несправедливо. О, мужик, иди сюда. Смотри, тут кто-то есть. Видишь, шевелится трава. Ха-ха-ха, не шевелится больше. Не нужен мне ваш дробаш, дайте мне вот эту штуку лучше. Глушителя не будет. Печально это! Вот что я хочу сказать. Ой, блин, тут снайпер палит, все. Снайпер. Нехорош человек. А это что? А что это? Ну, давайте. Вот эту штучку я себе, пожалуй, оставлю. Осталось? Как-то... Я... Стелс. Нейтан, мастер рейс. Никого нет! Никого нет! О боже, и сразу граната! Да вы издеваетесь, я пошла. Блять, о боже, ну почему? Нет, нет! Ну я почти убежала! Это не считается, мой план не сработал! А, да как вы мне надоели! Блин, иди сюда! Всё! Вы сами затеяли эту войну! По одному, сучки! Они меня видят? Может, не видят? Да ты что, прикалываешься, что ли? Иди сюда.
Рип. Так, снайпер меня там палит. Ладно. Что, нашел? Или мне удалось скрыться? Так. Что, они меня потеряли? Вроде потеряли. Потеряли. Ни следа этого мужика, растворился как нить. Человек или волк, кто же он? Там что-то лежит у него полезное. Как бросить гранату? А, это он крюк крутит, ладно. Пидорило, взял, ушел. Ну, вернись. Гандоны. Кто видит, где этот мужик? Я не вижу, где. Давай. Туда, пожалуйста, сударь. А, минус два. Коварство мое второе имя. Так, хорошо. Меняем на эту штучку. Теперь-то... Он исчез. Да ты чё такой бессмертный? Хера себе, у него там пулемет вообще. Так, интересно, он один там остался или нет? Сейчас я перезаряжусь. Ой, поди срайди. Ты ошалел, что ли? Вот и все. Ну что? Как вам такое? Сразу милая музыка заиграла, типа ля-ля-ля, все нормально. Дорнер Трус, привет. А это что? Гранату. Нет, давайте вот это. Вот это мне. А тут что у нас? Еще гранаты? Нет, подождите. Я хочу обратно ту штучку, я не знаю, что это было. Какая классная! Все, оставляю. И я. А теперь наверх. Я паровозик, который смог. Прошла ли Dark Souls? Нет, до конца не прошла. Еще будут стримы по Dark Souls. Еще все будет. О, иди сюда. Правда, забыла, куда мне нужно вообще двигаться дальше. Ну, это ж я, все нормально. А! Ой. Ладно, лезем дальше. Зачем я сюда лезу? Кто-нибудь подскажет? Ага, вот зачем. Вот так-то. Устроил анальное изнасилование. Ну такое, немножко. Слушайте, какая огромная локация. Вы понимаете? Вы понимаете? Я по ней иду уже, хрен знает сколько. Встретила 1000 врагов. И я все еще иду. И она не кончается. И смотрите, какая она проработанная. Боже. Как... Сержант Графоуми, что ты делаешь? Прекрати. Так. Что это? Графоний богически просто. Засвусак. Так, читаем. Читаем. Всякому, кто найдет это послание, знаете, что Джонатан Бёрнс, который провел нас сюда, убил нас всех в погоне за сокровищами Эвери.
Он довел команду до изнеможения, обещал им славу, а получили они лишь болезни и голод. Он привязал живого человека к мачте и оставил умирать в мучениях. А после я видел, как он обрек нашего лоцмана на верную смерть за то, что тот высказал ему свои опасения. Он застал меня за приготовлениями к отплытию и начал ругаться, на что я достал пистолет и сообщил ему, что отправляюсь в Англию, где намерен всем поведать о его преступлениях. Когда же я отвернулся, подлец выстрелил мне в спину и скрылся в джунглях. Интересно, я стрелял в него, но не уверен, что попал хотя бы раз. Время мое на исходе, рука слабеет. В отсутствии надежды на мое земное правосудие я заклинаю вас. Помолитесь Господу, чтобы Бёрнс заплатил за свое предательство. Подпись Уолтер Хейс, Старпом Саффолка, 23 марта 1808. Офигеть, а что это он всех предал ты? Совсем педрилыч, что ли? Почему нет-то? Алло! Не могу. Ништяк. Победите это. Я тоже. Вы нашли сокровище. Прекрасно. Ревгош, отвали от меня. Ладно, идем дальше. Идем. Мы взяли ништяк. Интересно, как много сокровищ, кроме первого, я пропустила. Да что ж ты... Да вот и правда! Давай, Нейтан, смоги! Он, по-моему, здесь брата встретит в ролике, или нет? Да. I nearly shot your head off. Sam. Okay. Yeah. Nothing I can't walk away from. It's good to see your alive, little brother. Come on. We got a treasure to find. Нас ждет сокровище. What are we doing? What do you mean? I mean, our supplies are at the bottom of the Indian Ocean. Okay, so we go steal some from Nadine's army. Yeah, and there's that. We're going up against an army. We've been holding our own so far. While being marooned in the middle of nowhere. We were trying to get here, remember? When we had an escape plan. Just hear me out. Crazy suggestion. Let's go down there and at least secure one of Rafe's boats. The boats can wait. You want to know what we're doing here? We are buying my life back. Да типа его жизнь не считается? Stepping into that jungle and finding Libertalia. You? Even seen any signs of a massive pirate colony? Because I sure the hell haven't. It's a little late to start developing doubts, don't you think? But can we at least acknowledge the chance that maybe Avery's idea for a secret pirate utopia didn't pan out? And maybe we're just swept up in this fantasy, when instead we should be looking for a real way to save you. I'm gonna scour this island inch by inch if I have to until I find that treasure. Now, if you're confused about what you're doing here, then you can go home. Кофточка развивается. Wait. I can go home? Are you kidding me? Do you have any idea what I put on the line to get you here? About what I put on the line? Okay? The last 15 years of my this life. This has nothing to do with that. It has everything to do with that. What? Просто ругались и нашли? Что искали? Вот так просто? Рояль в кустах! Та-да-дам! Ладно, сейчас-то пока играет героическая музыка, почитаем чуть-чуть. Игра есть на русском, она есть на всех языках. Просто я не хочу играть на русском, потому что оригинальная озвучка в разы круче. Лемуры, лемуры. Ладно, так, продолжаем. Не только Бейкер еще. Почему? Нолан Норт еще, вот я вспомнила. Почему-то у меня вечно проблемы с именами. Я либо про одного, либо про другого забываю.
Трейбекер озвучивает брата. Он еще озвучивал Джоэля в Last of Us. Он до хрена кого во всех играх озвучил. Это очень крутой актер озвучки. И Нолан Норт, который везде озвучивает Нейтана Дрейка. Он тоже много где кого озвучил. В общем, он тоже крутой актер. Гастав Дестини он озвучивает. Он очень классный дядька. Ну и тут motion capture, все дела. Почему сабами я объяснила, где купить игру в PSN Store, в магазине игр. Что? Есть сравнение графики на ПК и на PlayStation 4. На Xbox, наверное, тоже есть, я подозреваю, но я не уверена. Мне кажется, я видела в интернете. Ацелот озвучил МГС. Окей. Знаете что? Мне на самом деле очень хочется еще поиграть и постримить, но мне надо ехать покупать подарки. Так что, может быть, сегодня на сегодня прервемся. Стрим был короткий. Сегодня. Да. Но это все во благо. Ладно, сохраним. Куда? Давайте сюда. Игры никогда не было и никогда не будет на PC. Потому что это эксклюзив для PlayStation. То есть он только для PlayStation, и ни на какие другие платформы его нет. Потому что студия Naughty Dog, которая делает эти игры, там Last of Us, вот это вот, игру про Лиса, про которую я опять забыла название, потому что я все время забываю название, и много чего крутого. Подождите, а Слая Купера не они делали? Нет? Я просто не помню. В общем, студия принадлежит Sony. Насколько я знаю. И вот и все. Всегда будут такие крутые эксклюзивы на PlayStation. Ratchet & Clank разве они делали? По-моему, у меня они делали Ratchet & Clank. Но я, конечно, ошибаюсь. Возможно. Crash Bandicoot, да, да, да. Всегда можно посмотреть стримы на Твиче. Либо на Ютубе прохождение. Да, Рэч, по-моему, Слай Купера они делали. И Слай Купера прикрыли. Слушайте, давайте погуглим. Пока я не закончила стрим, мне так интересно. Слай Купер. Нет, это другие вообще разработчики. А почему я про Слай Купера интересно подумала? А, ладно, все, не суть. Что ж там они еще делали? Мы должны знать, что они делали. Да, дочерняя компания Sony Computer Entertainment. А, да, Джек Декстер. Почему я... Ладно. Crash Bandicoot, который здесь был в начале, в который нам дали поиграть. Короче, они очень... Что с тобой не так? У меня... Ладно. Смотрим. Да. Да, да, да. Да. Всем, видимо, до завтра. Сегодня какой день недели? Четверг. Да. Анонсы стримов будут в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Вступайте в чатик, в Телеграме. Ссылки все есть внизу. Там будут пилить все анонсы и всякое такое. Подписывайтесь на канал, если не подписались.
До завтра. Всем хорошего дня. Сейчас надо на прощание, как всегда. Вот так вот сделать. Дядя Дрейк, все будет хорошо, не переживай. Все будет хорошо. Ладно. Пока. Пока.